Урожайный год для территории двух домов. Улицы Советской, 44, и проспекта Ленинского комсомола, 42. Их объединяет один большой двор. Этим летом здесь провели комплексное благоустройство. Встречали с жителями на всех этапах благоустройства. Во-первых, это встречи были до момента начала благоустройства, это еще в том году. И как только в этом году начали заходить, со всеми старшими домов мы встречались, обсуждали уже все тонкости это благоустройства, что-то где-то было по схеме, все нюансы просчитывали. Запрос на благоустройство данной территории поступил еще в конце прошлого года, во время предвыборной депутатской кампании. Тогда, будучи кандидатом в Совет депутатов Ленинского городского округа, Владислав Рымша пообещал жителям привести в порядок их двор. Народный избранник обещание сдержал, результат не заставил себя ждать. Дома 42, ПЛК. Действительно, ремонт не проводился достаточно давно. Жители были активны, и управляющая компания пошла навстречу. Несмотря на то, что есть и задолженности в доме, как бы, которые влияют непосредственно на ремонтные работы. А что касаемо дома 44 по улице Советской, пришлось тоже побегать, походить, пообщаться с администрацией, с подрядными организациями, чтобы данный ремонт соответствовал заявленным. У 44-го дома по улице Советской заменили дорожное покрытие и бордюрный камень, расширили парковочное пространство, положили новый тротуар, установили современную детскую площадку, заменили столбы освещения. Буквально на днях здесь высадили несколько деревьев. Мечтали о заборчиках, чтобы все было в одном стиле. Старые там гаражи снесли, ненужные и так далее. Очень много сейчас стало парковочного пространства. Нам постоянно стали ухаживать за дорожками, вот, собирать листья и тому подобное. 30 лет ничего не было, и сейчас, скажем так, по просьбам жителей, администрация пошла на такие издержки в тяжелое время и сделали нам благоустроенное пространство. А 42-му дому по проспекту Ленинского комсомола повезло еще больше. Помимо благоустройства придомовой территории, здесь отремонтировали подъезды и входные группы. Я хочу сказать большое спасибо. Да, большое спасибо нашему управляющей компании. Да, управляющей компании. И большое спасибо депутату. Депутату нашему, которого мы выбирали. В подъезде заменили плитку, установили пластиковые окна, покрасили стены и потолки. Отремонтировали входную группу, поставили новую дверь и поручни. Все материалы качественные, подрядчик дает гарантию на долгую службу. Мы со своей стороны обещаем, что данный ремонт простоит очень долго по времени и будет служить жителям, как бы жители будут рады. И, ну, если, конечно, не будут вандальных действий никаких, да, что, к сожалению, неизбежно, и с этим нужно бороться. Несмотря на то, что благоустройство полностью завершено, жители нашли недочеты. Просят установить дополнительные урны в парковой зоне возле детской площадки. Мы работаем на результат, вот, и это подтверждается вот, проведением этого ремонта. Здесь вопросы мы обозначили совместно там, с организацией Дорсервис. Поймем, там, в чьей зоне ответственности эти вопросы находятся, и совместными усилиями решим. Всего в этом сезоне комплексное благоустройство провели в 12 дворах центральной части города Видное. Список дворов к ремонту на 2021 год уже составлен. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.